О новых видах спорта для инвалидов и участии югорчан в Сочинской паралимпиаде. Сегодня в информационном центре «Югра» прошла пресс-конференция известного спортсмена Алексея Шапатова и директора окружного центра спорта инвалидов Эдуарда Исакова. По их словам, уже в ближайшее время югорские инвалиды смогут попробовать себя в фехтовании, а также в разновидности бильярда «Новусе». Его еще называют «морской бильярд». У югорчан большие шансы попасть на Паралимпиаду следующего года. Речь о слэдж-хоккеистах. Их имена уже прозвучали на всю страну. Это вратарь Сергей Бадаев, нападающий Константин Шихов и защитник Василий Варлаков. Большие надежды на лыжников. На место в сборной страны претендуют Виталий Телиш из Сургута и Михаил Слинкин из Октябрьского района. Первые сейчас старты будут уже через несколько дней в начале февраля. Тестовые соревнования в Сочи, чемпионат России. Как они там выступят. Сейчас формируется сборная команда России. Надеемся, что ребята попадут. Ребята очень молодые, перспективные.